Посмотрите, какая красивая рыбка. Настоящая северная рыбка под названием сик. Сейчас мы будем делать из нее сагудай. Это такое блюдо, где рыбка с маринованным лучком подается. Вот так вот сделали, да, и шкуру просто снимаем. Подрезаем эти. Ну так вот все очень просто. Шкура вместе с чешуей снимается, выкидывается, голова режется. Я вот раньше вообще до армии рыбу не ел. А потом как-то вкусы поменялись. Я голодный был. И понравилась потом рыба. Вот она полчасика полежала у нас с мороза. Да? Полчасика? Да. Оттаяла. Строганинки сделать. Сейчас мы строгай. Так, из этого кусочка мы сделаем строганинки, а сейчас вот из этого сделаем сагудай. Кишки удаляем. И потом в банку это кидаем. В банку, в кастрюлю, во что есть. Итак, смотрите, вот мы начистили вот рыбку вот таким образом. Потом наливаем маслица. Чтобы пленочка рыба. Чтобы пленочкой, да, была рыбку. Потому что если соль насыпи, что соль будет. Соль рыбу сожгет. Она задубеет, да? Нет, она будет мягкая. Будет мягкая. А сейчас масло, оно не даст сразу просаливать. Ну, максимально. Ну же пленка. Она постепенно будет. Так, посолили. Поперчим сейчас. Перец черный обычный. Не душистый. И параллельно вот еще тут у нас маринуется лук. Да, можно с рыбой, но лучше. Потому что мало кто в гости пойдет, знаешь, кому-то на дискотеку. Вот самый настоящий сагудагудагудагудагудай. Теперь смотри, ты ставишь его в холодильник. Чтобы он... Ставим в холодильник его. Да, в холодильник ставим. На сколько его ставим? А вот он оттаивать будет, сколько нам будет оттаивать, там полчаса. Полчасика. Значит, рыбой. Видите, тут у нас все есть. И огурцы, и грузди, вот, и пиво местного разлива. Чехи, от которого балдеют, брали воду на экспертизу к себе в Чехию, возили, сказали, великолепно. Лучшая вода. Лучшая вода. А вот это, дорогие друзья, национальная зверушка норильская, таймырская. Да, может быть, вам показаться, что это собака сутулая, а это писец. Видите, какие зубы?